Всем привет! Здорово! Всем привет, ребятули! И у нас остались последние деньки на Самуи, и угадайте, что мы будем делать? Снимать вложик! Нет, стирать вещи! Все у нас спрашивают, где мы стираем свои вещи. На самом деле никто не спрашивает, но мы вам покажем! Ладно, я шучу, мы сейчас поедем смотреть на супер-мега-большую уточку, потом поедем в центр острова по супер-мега-джунглям, и там увидим супер-мега-будда стоит на супер-мега-горе. Да, никому это не интересно, всем интересна моя новая прическа. Я-то тоже подстрижен. Вот, я подстриглась. Очень коротко. Все, ты приготовилась? Сколько тебе можно ждать вообще? Что? Давай, собирай вещи. Просто я собралась, он пошел ногти стричь. Как бы нормально, нет? В общем, мы приехали в какой-то отель, и здесь большая надувная утка. В общем, сейчас посмотрим, как это выглядит. Я уже вижу утку, и какая-то она совсем не giant, какая-то она малюсенькая. Тут так тихо в этом отеле вообще. А еще мне нравится, что здесь пахнет прямо отелем. Здесь прям пахнет отелем. Отелем пахнет? Да. Во всех отелях пахнет отелем. Смотри, тут еще какие штуки стоят. Гигантские, смотри, столы стоят. А, внутри. Тут прикольно, я хочу сфоткаться. Вон и уточки. Ну, как-то я думала, они побольше. Хотя ее хорошо видно. Вот оттуда ее очень хорошо видно. Пашка пошел изучить. Из чего она? Она просто надувная? Да, просто надувная. Нифига. Тебе не кажется, что ты какая-то дюймовочка? Фига, он огроменский. Тебе теперь нужен большой торт, такой же, как стол. Только мороженое есть. Такой же огромный, как стол? Да. Ясно. И я тогда залезу на него, потому что как я там, я даже до туда не дотянусь. Придется залезть на стол и есть со стола. Ребятулечки. Катя, короче, расстроилась, что она не смогла с уткой поплавать. Она такая была огромная, она не смогла ее обнять. И Катя очень сильно плакала. Поэтому мы поехали дальше вглубь острова на Большого Будду. Поехали. Садись, Кися, я тебя подвезу. Бип-бип. Наша новая машина. Почему мы не едем? В смысле, ты за проезд доплатила? Ну-ка, давай деньги на проезд. Бип-бип-бип. Все, поехали. Мы приехали в Amazon Cafe. Возьмем себе чайен. Это тайский чай с молоком. Очень вкусный. Давай я расскажу, как все на самом деле было. Мы позвонили Будде на гору. И Катя спросила, есть ли у нас время на чашечку кофе остановиться. Он сказал, попейте чуть-чуть. Ну, мы тормознули, сейчас будем пить. Вкусный чайен? Очень вкусный. Да, нет. Очень классно удаляет он, между прочим, жарко. Что за машина, Кейс, срочно? Джип. Какой? Карибиан. Какой Карибиан? Потому что раньше была вот такая. Мамочки! Что, тебе подвезти, нет? Не знаю. Садись давай.
остановились на перевал. Только что раздавили маленькую змею. Дороги просто жесть. Обычно здесь ездят вот таких джипах. Да, и мы на этом. Мы на маленьком скупике. Вот такая здесь красотень, зацените. Видите, как мы уже высоко забрались? Началась очень классная дорога. Давай аккуратно, пожалуйста. Катя боится. Конечно. А, замечательно. А вон там вот нормально. О, смотри, дуриан. О, дурянчики такие. Маленькие спеси. Ухи такие вот. Видно, дайте? Да. О, я уже вижу буду. О, вон он. Нифига нам еще ехать. Ой, дорога просто классная. Пёсичек. Так, куда мы идём? Просто так поставим? Вот паркинг. А, вот так. Тут ещё такое всё... стройки. Что ты? Что? О, мы добрые. Не надо нас писать. Тум-тарудум. Вот он. Будда в горах. Будда в горах. Горный Будда. Стоит на слониках, смотрит на море. А это по китайскому календарю все животные. Свинка, собака, петух, обезьяна, козел, лошадь. Змея, дракон, кролик, тигр, какой-то бык и крыса. Мы в город змеи родились, он в тот. Хотя он новый. Новенький? Ну как он, мне кажется, года два. Ну да, кстати, ему не больше, чем два года, мне кажется. И вот отсюда такой шикарный вид открывается у нас. Только представьте, мы оттуда ехали. Блин, нифига. Мы оттуда ехали, вот прямо, ну вот. Да, он снизу. С самого низу. Вот это белое из крыши, это Tesco Lotus? Да, это Tesco Lotus. Ну вот мы, короче, где-то вот примерно отсюда и вот так по горам, по всем вот этим. Там вообще такое вот бездорожье. Да, дорогу мы отсюда как раз ехали вот по вот этой дороге. Вот так объезжали его. Ну вообще там, короче, дорога веселая. Блин, вообще классно тут, да? Главное, никого нету, мы только что ехали, и было 7 джипов проехало с китайцами, и нам подвезло, что они уехали. Та-дам! Вот, смотри, год змеи. Да, год змеи. И вот тут, что у нас? Что там? Там копеечка. Давай тоже положим. Давай тоже копеечки положим. Давай положим по копеечке. Дай-ка я положу тоже чибибасик. Я говорю, я не знаю, что это означает, но если стоит, значит все круто. А мы родились.